Благоустройство – один из самых популярных вопросов, с которым жители Тверской области обращаются к властям. Ремонт дорог, приведение в порядок общественных зон отдыха и дворов. Так и жильцы одной из многоэтажек по улице Артюхиной областного центра рассказали о своей проблеме советнику президента Владимиру Васильеву. Он побывал во дворе дома, пообщался с жителями и принял участие в общем субботнике. Давай, держи вот так аккуратно за веточку. Вот так. Участники майского субботника во дворе домов на улице Артюхиной стал и Владимир Васильев. Вместе с жильцами он высадил каштаны. Помимо благоустройства клумбы, стояла задача привести в порядок и забор вокруг нее. Внешний вид облагораживается, а если внешний вид облагораживается, ну, того жилья, где ты живешь, то и как бы твоя жизнь, наверное, в какой-то степени становится лучше. Также теперь прежде скучный однотонный торец девятиэтажки по улице Артюхиной украшает яркое граффити, которое привлекает внимание маленьких жителей двора. Украшаем свой двор. Дети должны расти в красоте и видеть с детства ее. Вот. И поэтому хотелось, чтобы было у нас очень красиво. Владимир Васильев, активно принимавший участие в работах, рассказал, что благоустройство – один из самых важных вопросов. Сдвинуть проблему с места помогает инициатива людей. Именно ее и проявили жители улицы Артюхиной, написав на сайт приемной президента о необходимости отремонтировать в районе дороги и привести в порядок дворы. Решили прямо сразу же напрямую обратиться к президенту. И вот произошло вот… Обращение было не связано с двором, оно было связано… Тут много общих будет скоро здесь отремонтированные дороги, в принципе, и на районе, да, на… С этого и начинали. Да, с этого, да. Обращение было около месяца назад. Владимир Васильев уже выезжал на место и поддержал инициативу жильцов. Это общее пространство. Это очень дорого стоит, мне кажется. И когда мы что-то делаем вместе, мы бережем по-другому. Мы относимся. Мы лучше знаем друг друга, мы становимся сильнее, правильно? Мы вместе. Вот двор – это уже такая общность людей. Напомню, что в апреле этого года в Твери и области работала мобильная приемная президента, которая по обращениям граждан посетила несколько объектов. В составе группы был советник президента Владимир Васильев.